такая шапочка у нас получилась на вязальной машине. И делаем резиночку, обвязку крючком. Так вот она делается. И сюда вставляется шнурочек. Эта шапочка универсальная. Ребенок быстро растет грудной. И мы резиночку и обвязку добавляем, и все, она делается глубже, на дольше хватается. И так вот вяжем. Этот цепляет крючок. Этот попробовать. Ниточка толстая, тут крючок потоньше. Вот за заднюю стеночку вот так вяжем столбик с накидом. Один к одному, можно 2 на 2 вязать также. 2 за заднюю, 2 за переднюю. Вот так вот. Резиночка эта крючком, она подтягивается. Ну, размер обычно я шнурочком регулирую. Да, столбик с накидом. Столбиками с накидом. Вот этот крючок получше, только скрипит. Вот. Сейчас шнурочек вставим. Сейчас обвяжем. Шапочка для внучки. Одну связала, она маловатая. Тоже так надо будет надвязать. Так можно крючком шарфики вязать, вот как английская вязка вяжет спицами, и он также смотрится вот крючком, как будто английской вязкой связано, рельефный такой узор. Ну вот, сейчас уже и довяжем. Шнурочек ставим. Так, мне надо убавить чуть-чуть, потому что на горлышке поуже. Вот так вот. Кончики спрячем.
Ну ладно, потом сейчас покажу, как это вставить. Шнурочек делаю все время. И вот так вот вставляем через этот, через одну. И все этим шнурочком регулируем шапочку.